Всем привет! Ну, сегодня будет полноценный обзор мини-мойки, которую я показывал, которую уже много-много кто покупал. Вот, и сейчас я решил сделать обзор, заодно помыть свои диски, двигатель в машине помыть. Вот, напоминаю, комплектация, если я брал без аккумулятора, потому что у меня аккумуляторы есть. Вот она сама мойка. Аккумулятор 4-амперный. Вот здесь у нас удлинитель, сама насадка с регулировкой. Тут раз, два, три, четыре, да, пять различных регулировок. Звук может быть плохой, потому что на улице ветер. Шланг с поплавком. Нам нужен только емкость. Вот я уже канистру воды налил достаточно, и пенообразователь. Это мне прислали в подарок, в продаже их нету. Я хочу спросить у китайцев, как их можно купить отдельно, потому что мне уже люди интересовались. И, собственно, сейчас будем пробовать, как это все работает. Подключается все быстросъемом к мойке. Напоминаю, здесь два режима работы. Вот они переключаются. 6,5 и 22 атмосферы давления переключаются в процессе работы. Здесь стоит насос, который сам закачивает воду. Не надо его подключать к этому самому, обязательно к центральному водопроводу. Достаточно опустить шланг в емкость какую-то, либо в озеро, в речку, и свободно помыть все, что необходимо. Для начала я одел просто насадку, чтобы побрызгать колеса, а потом одену пенообразователь. Я его уже заправил, чтобы пеной хорошо помыть. Это самый простой режим, как ополаскивание. Также есть 15, 25 и 40 градусов и прямая струя. Вот маленькая скорость, 6,5 атмосфер. Вот большая. Ну, видно, что грязь уже засохшую, которая уже лежит, она хорошо выбивает под таким давлением. Сейчас одеваем пену. Thank you.
Ну вот, пену кидает тоже нормально. Сейчас чуть постоят, и потом уже можно под давлением все это помыть и сбить. Снимается все очень просто, на быстросъемах. Раз, два. Заменили. Здесь, наверное, 15 градусов хватит. Вот. Ну вот, довольно уверенно моет, отбивает. А на нулевой градусе, то есть именно струей, там вообще хорошо все выбивает между протекторами. Ну, она видно на видео. Вот смотрите. Нормально работает, и расход воды очень, кстати, маленький. То есть я только вот столько мыл, чуть больше половины канистры израсходовал. То есть порядка 10 литров. Там канистра, кажется, на 20 литров у меня. Вот так вот. Так что мойка для вот таких вот небольших помывок, так скажем, и в походных условиях очень даже имеет место быть. Плюс ко всему, можно взять с собой... Я показывал фонарь, если кто на природу. От одного аккумулятора и фонарь можно пользоваться вечером. И мойкой. Все взаимозаменяемо. Чем и удобен инструмент Works на одной базе. Ну, собственно, и все. Пойду дальше. И двигатель меня забрызгал. Буду двигатель мыть. Будут вопросы, спрашивайте. До новых встреч.